Михаил Зощенко. Руковод. Экскурсия. Впереди человек с палкой. На палке дощечка с надписью. Экскурсия останавливается у павильона. Заходит. Проводник. А это вот, обратите ваше внимание, это, как ее, Чувашская автономная область. Так сказать, Чувашский павильон. Чуваши. Бывают, конечно, павильоны киргизские или там башкирские, ну а это чуваши. Обратите ваше внимание, в павильоне экспонируется этого, как ее, это семья чувашского средника с домашним скарбом. И это, как ее, инвентарем. А вот, обратите ваше внимание, это вот инвентарь, а это вот семья, сидят которые. Голос из толпы. Ишь ты, какие носатые! Чё-то они, товарищ проводник, кумекают по-русски. Эй, товарищ чуваш, по-русски понимаешь? Чуваш. Голос из толпы. Не понимает? Эй ты, чувашская ходя, не понимая, значит? Чуваш, чего надо? Что пристал? Какие надо, чуваши? Мы грузины. Проводник сконфуженно сморкаясь в руку. Вот это я и говорю, товарищи граждане, грузинский это павильон, который грузины, то есть, а которые дальше пойдут, ну, это чуваши будут.